О, черт, Банда, это мой злой двойник! Ты все-таки нашлась! Ты будешь моей девушкой, я уверен, на 100% согласна! О, господи, это что твори про меня зовут? Кёнис и просто сразу же при подписи на мои глаза быть моей Суприм Банде! Самый сильный банди на ютубе, ведь бро, придет время, Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, вроде Женю очень нравится под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый лучший будет на ютубе бандит. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня снова видео про куклу Вуду. Да, Банда, снова проверяем куклу Вуду, только вот уже не на мне, не на Насте. А Банда, вы не поверите, на ком, на моем злом двойнике. Я думаю, вы помните те видео, где я общался, разговаривал с своим злом двойником, а потом я даже его разрезал. Но он каким-то чудесным образом остался жив. И это просто жесть, Банда, потому что он убежал. И сегодня, Банда, в 3 ночи хочу позвать сюда своего злого двойника, чтобы он пришел в наш мир. И потом призвать к нему эту куклу Вуду и использовать ее, чтобы мой злой двойник навсегда пропал. Потому что он может в любом мире представиться мной и делать какие-то пакости. А я очень этого не хочу, Банда, потому что я более-менее хороший, а он слишком плохой, Банда. Именно поэтому, Банда, сегодня в 3 ночи я попробую позвонить своему злому двойнику, а потом попробовать как-то быковать на него, чтобы он пришел в наш мир. И Настя как-то попыталась с него привязать куклу Вуду, после чего мы просто уничтожим кукла, с тем уничтожим моего злого двойника. Это будет просто нечто, Суприм Банда. Но, Банда, знаете, что прежде давайте на это видео наберем 10 лайков. И Суприм Банда, мы самая сильная банда на ютубе, а значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков, именно поэтому, бандит, опускайся, держи мне свой царский лайк. И я прям уничтожаю куклу Вуду, Банда, 10 тысяч лайков, я уничтожаю куклу Вуду. Окей, Суприм Банда, тем не менее, лайки хорошо, но мы идем 3 ночи, чтобы позвонить злому двойнику, призвать его в этот мир. Погнали! И да, Суприм Банда, вам не послышалось, я реально сегодня хочу позвонить своему злому двойнику. И не просто позвонить, а призвать его в этот мир, чтобы использовать на нем куклу Вуду. Банда, это же просто жесть. Думаю, если такой, вы уже бы поставили свой лайк. Эй, бандит, я специально хочу его уничтожить, потому что он может ходить по другим мирам и делать какие-то пакости, а все потом будут думать на меня. Даже он может отправиться в пуговичный мир и сделать какую-то ужасную пакость. И все реально будут думать, что это наделал я, потом меня уже никто не будет принимать в эти миры. Эй, Банда, именно поэтому я сегодня хочу с помощью крови и волос привязать к нему куклу Вуду и уничтожить ее, чтобы уничтожить своего злого двойника. Думаю, это будет интересно, Банда. Эй, Банда, но прежде чем его звать как-то сюда, нам нужно его позвонить. Я думаю, вы знаете, какой ритуал. Мы просто в 3 ночи, обязательно в 3 ночи, должны набрать свой номер телефона, то есть позвонить самому себе. И мы каким-то образом дозвонимся своему двойнику. В моем случае это злой двойник. Окей, Настя, как ты думаешь, мы дозвонимся ему, мы призвем его в наш мир? Да. Ты в этом так уверена? Да, у нас получится. Окей, а как ты думаешь, может быть, и у тебя есть злой двойник в другом мире? Возможно. О, черт, это будет интересно. Окей, Суприм Банда, вы знаете, что делать. Ставьте лайк. 10 тысяч лайков, мы звоним Настиному злому двойнику. Это будет жестко, Банда. Окей, тем не менее, Банда, время идет. На часах уже 3:18. Самое время, чтобы звонить злому двойнику. Надеюсь, вы готовы, Суприм Банда, потому что мне немного стрёмно. Он реально заботит тем, чтобы уничтожить всех двойников и остаться только одним во всем мире. Окей, тем не менее, Банда, сегодня я реально его призываю. Что ж, мне нужно набрать мой номер. 7, 9, 5, 6 и так далее. Банда, вам не покажу весь номер. Что ж, Банда, кажется, у меня получилось. О, черт, Банда, это мой злой двойник, посмотрите! Привет, двойник, я здесь! О, черт, я самый главный среди всех двойников. Ты не поверишь, что я хочу тебя призвать на смерть, чтобы с тобой познакомиться поближе. Но если ты это видишь... Что я вижу? Это просто жесть, там реально он, господи. Я главный среди всех двойников, хочу, чтобы ты пришел в наш мир. Но ты несешь, самый главный среди всех двойников, это я. Что? Ты мой двойник, что ты рассказываешь, что за бред ты несешь? Да нет, я главный среди всех, это ты мой двойник. Все двойники у меня, я главный среди всех. Не говори глупости, я ты самый главный двойник. А если ты думаешь, что ты главный, то я тебя уничтожить. Что я самый главный. Нет, это бред. Ты добрался, я приду за тобой. Жди. Суприм Банда, вы это видели? Злой двойник взял трубку почти сразу же. Он как будто сидел и ждал мой звонок. Вы видели, какой он страшный? А я вам говорил, что он реально злой. И Суприм Банда, он сам пообещал, что он придет ко мне вместе, чтобы меня уничтожить. Теперь у меня есть весомый аргумент, чтобы использовать эту куклу Вуду на него. Окей, Суприм Банда, это реально жесть. Тем не менее, нам теперь нужно стать злого двойника в нашем мире, чтобы его уничтожить. Окей, Банда, на часах 3:27. У нас и так уже много времени, всего лишь полчаса. А злой двойник уже где-то в пути к нам. Окей, Суприм Банда, как мы видели с вами, он такой же самый в футболке, как и я, такой же самый. Чтобы меня хоть как-то снимать. Знали, я натяну курточку. Свою курточку, думаю, вы ее помните, Банда. Теперь уже не так сильно буду похожа с этим злым двойником. Что, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что это реально жесть. Мы реально сюда призвали злого двойника. Черт! Окей, Банда, скорее всего, он уже скоро сюда придет. Черт, мне кажется, я его уже слышу. Недолго я радовался, он уже здесь. Черт, если скорее идем, смотрим. Окей, да мне это. Черт, мне кажется, он где-то там. Черт, Суприм Банда, в этом месте, Настя, ты видишь? Это мой злой двойник, господи, это просто...
просто жаль, что он делает. Почему он все бьется и нашел? Он как будто не может понять, в каком он мире, панда. Это просто жесть, он реально живой. Черт, посмотри, он точно такой же, как и я, Настя, это просто жесть. О, господи, Настя, ты видишь? Да, я вижу. Это просто жесть. О, черт, он идет сюда, уходим. О, господи, панда, это просто жесть, он реально пришел в мой мир. Он все-таки клюнул на это, черт. Это реально странно, панда, потому что он пришел сюда, он все-таки хочет меня убить. Это реально жесть, панда, я им говорил о том, что он хочет стать главным среди всех двойников. Тем не менее, панда, он реально в этом мире. И я не двойник, панда, я оригинал. И он хочет убить даже оригинал, чтобы быть самым главным. Окей, Суприм, панда. Тем не менее, он все еще где-то там. Нужно спрятаться, Настя, срочно нужно где-то спрятаться. Я тоже без понятия, куда. Тем не менее, он ходит прям по коридору. Мы прям как будто здесь закрыты. Настя, это просто жесть. О, господи, панда, это просто жесть. И мне кажется, или он идет в ванную, панда. Посмотрите. О, господи, панда, вот тут. Посмотрите, он реально идет в ванную. Как уже он злой, черт. Окей, он пошел, кажется, в ванную. Окей, панда, он в ванной, только тише. Он все еще там, Суприм, панда. Нужно как-то его там закрыть, чтобы он уже оттуда точно не вышел. Окей, панда, что ж, на счет три. О, черт! О, господи, это просто жесть! Настя, ты это видела? Он просто меня реально его там закрыл! Черт, я просто его держу, Суприм, панда! Открой дверь, покажу! О, черт, он реально зол! На, держи мутную воду! Окей, Суприм, панда, кое-как я смогу его здесь удержать, но ненадолго! Нужно срочно что-то придумать, чтобы у него взять кровь! И так, чтобы он меня не убил, потому что это просто жесть! О, черт! Нет, я тебя не отпущу, сиди там! О, господи, это просто жесть, Суприм, панда! О, черт, я его держу! Нет, сиди там! О, черт! Я пытаюсь, Настя, это просто жесть. Фух, посмотри, он кинул нож, чуть ли меня не попал. Это просто жесть, Суприм, панда, вы это видите? О, черт, панда, вы это видели, он чуть ли меня не убил. Это просто жесть, он реально чуть ли меня не попал ножом. Теперь он не вооружен, теперь он более-менее безопасный, хотя не совсем. Он все же сидит там, Суприм, панда. О, господи, Настя, скорее неси швабру. Сейчас мы подобрем ее здесь, и может быть он тогда не выйдет. Скорее неси, быстрее беги. О, господи, Настя, скорее неси ее. Просто подпираем двери, как и всегда. Надеюсь, он сейчас не выйдет, панда. Кажется, все нормально, он не рыпается уже. Фу, это просто жесть, Суприм, панда, вы это видели? Реально, мой злой двойник хотел меня убить, он реально бросил нож. Черт, нужно его забрать, Суприм, панда. Я этим даже просто порежу ему кукловоду, чтобы он знал, как такое делать. Окей, панда, нам повезло, у нас есть все для того, чтобы использовать кукловоду на злого двойника. Это просто жесть, панда, я такой рад. Тем не менее, панда, нам нужно взять как-то его кровь. Я этого никак не смогу сделать, поэтому, Настя, это должна сделать ты. Да, кто еще? Просто нету другого выбора, я должен тебе дать иголку, после чего ты побежишь к нему, как-то тихонько зайдешь и проткнешь его иголкой, после чего, конечно, на иголке останется его кровь, и ты мне отдашь его кровь, а дальше мы уже используем куклу Вуду как закончим, мы просто его уничтожим, Настя! Я верю, мне тоже за тебя страшно. Потому что ты можешь за ту педерина сильно испугаться, Настя, но это нужно сделать. Окей, панда, держим кулачки за Настю, надеюсь, у него все получится. Окей, Настя, вот иголка, держи. Ты даст его проколоть, прокалывай ногу, чтобы он тебя не заметил. Как-то снизу к нему подползи, он тебя тогда не заметит. Хорошо. А черт, я тебя волнуюсь, Настя. Окей, вот, на, держи камеру, чтобы ты все сняла. Окей, Настя, давай, беги. Я держу с тебя кулачки, надеюсь, у тебя все получится. Черт, окей, давай, уходи уже. Хорошо. А то он скоро выберется. А, Сереж, сейчас все сделаю. Так, Суприм, панда, нужно быстро и тихонько все сделать. Открываем. Тихонечко. И что мне делать? Они просто забрали у меня нож. Ой, черт, я реально без понятия. Господи. Маме подарок забрали. Как мне теперь его не ставить? Ой, черт. Ой, как болит. Господи, что за крыса это сделала? Найду, уничтожу. Только вот нож закрою. Господи, кто? О, дверь открыта. Черт, кто-то здесь был. Хотя нету смысла высовываться. У меня просто забрали нож. О, господи, как же болит. Найду крысу. Просто уничтожу. Ой, черт, ай, больно. Ну и крыса же это сделала, господи, сколько кровищи. Уничтожу просто. Ой, черт, Пола, блин. Что я вижу? Что крыса все-таки нашлась. Сережа, Сереж, ты где? Сережа. Ты это сделал, господи, да. Почему так долго ты с тем там убивала? Нет. Господи, сколько кровищи, окей, Суприм, панда, просто посмотрите. О, да, теперь эта кукла буду за 100% привязана к моему злому двойнику, черт. Посмотрите, это реально жестко выглядит, панда. Окей, панда, теперь давайте его проверим, черт, куда бы его уколоть, так, ладно, в ногу. О, да. Ай, нога! Реально огромная возможность уничтожить двойника, черт. Окей, тем не менее, давай теперь подумаем, что мы будем дальше делать. Окей, Суприм, панда, теперь я прям жажду желанием увидеть, как же он мучится. Я хочу проколоть этим нашу куклу Вуду и посмотреть, как же он будет мучиться, панда. Это просто есть, окей. А черт, Настя, мне кажется, он уже вышел. Я не знаю. Окей, быстрее. Черт. Что? Черт.
голова, моя голова! Крыса, найду тебя, уничтожу! Что еще за крыса? Настя, это ты? Голова, ну, да. Какое прозвище у тебя? Как прячемся? Скорее идем, Настя, только тише. Никакой же он ненормальный, это просто жесть. Черт! О, черт, скорее, закрывайся! Господи, это просто жесть, банда! Окей, банда, тем не менее, она все еще готова кукловоду на него. Мы можем просто запросто на него использовать. Это просто жесть, банда! Окей, Настя, ты молодец, реально молодец, огромное тебе спасибо! Ты просто огромный молодец, что это сделала! Окей, банда, тем не менее, нам нужно продолжать. Черт! Мне кажется, Литома. Эй, ты! О, господи, банда, он реально все еще нас ищет, он может просто запросто найти. Тем не менее, банда, нужно дальше использовать куклу Вуду. Нам нужно как-то постять его боль, чтобы увидеть, как же он мучится. Я прям горю этим желанием. Что это? Господи, банда, куклу Вуду, я тебя просто убью! Я тебе не дам куклу! Давай, стой ее быстрее! Уйди, я тебе сказал, я тебя просто убью, уйди! Нет, не трогай куклу, отдыхай! Отдай куклу! О, черт, нет, господи, он просто забрал куклу Вуду, вы это видели? Черт, Настя, он забрал куклу, что делать? Господи, я тоже без понятия, это просто жесть. О, черт, нужно срочно сюда придумать, Настя, потому что нам конец. Я не знала, что делать. Тоже не знаю, господи, как мы так вляпались. Окей, банда, Настя, скорее уходим, это просто жесть, супер банда. Он реально забрал куклу Вуду, он где-то там, банда, или где, я не знаю, Настя, скорее идем сюда, быстрее, заходи. О, господи. О, черт, супер банда все просто вышла из-под контроля. Он узнал, где мы сидим и забрал нас куклу Вуду, вы это верите, банда? Это просто жесть, окей, тем не менее, Настя, у меня есть одна идея, она опасна, но у меня есть одна идея. Ты должна взять и позвать злого двойника и отвлекать его, пока я выскочу сзади и ударю его чем-то тяжелым. Хорошо? Ты сможешь это сделать? Да, смогу. Господи, я очень надеюсь, что у тебя все получится. Окей, Настя, я опять держу тебя кулачки. Давай, я верю в тебя. Боже, мне как-то нужно призвать этого злого двойника. Сережа! Сереж? Настя, это я, Сережа. Давай поймаем злого двойника и уничтожим его. Ты согласна? Это не ты. Я Сережа, в смысле? Говори, бред, я самый сильный из всех клонов его. Самый сильный из всех двойников, я его просто уничтожу. Я буду самым главным, а ты будешь моей девушкой, ты согласна? У тебя просто нету выбора. Я реально останусь единственным самым сильным. Нет, ты не будешь самым сильным. Сережа самый сильный. Нет, я буду самым сильным, и ты будешь моей девушкой. Я уверен, ты на 100% согласна. Нет. О, господи, это просто жесть. Черт, Настя, быстрее убегаем. Это просто жесть, ты видела, его просто убил. Да, я видела. Окей, Суприм Банда, наконец-то все закончилось, и погодите, вы не поверите, но по стечению 3 часов ночи, когда только стукло 4 утра, он сразу же пропал, теперь уже не на 100% уверен, он все еще мертв. Мне кажется, что-то мне подсказывает, что он все еще живой, банда, и это реально жесть, банда, потому что он может в любой момент вернуться в наш мир, и просто-запросто меня уничтожить. Окей, Суприм Банда, тем не менее, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, и мы позвоним Настиному злому двойнику, думаю, это будет очень интересно, Суприм Банда. Эй, бро, вот комменты за прошлого видео, господи, сколько не шикарно, просто ниже комментарии. Эй, бро, знаешь что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно там опуститься ниже. Нажми на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в моем новом видео, лайк, колокольчик, коммент уже в моем новом видео, бандит. Так что давай дерзай. Эй, бро, знаешь что? Помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!